Эра аналогового вещания подошла к концу. Телевизоры всех субъектов страны перевели на цифру. Финальным аккордом хождения в цифровую телевизионную эру Ульяновской области в этом году станет переход одного из региональных каналов в состав первого мультиплекса. Теперь репортер 73 будет вещать помимо 21-й кнопки еще и на общественном телевидении России. 5 часов каждый день, 3 часа утром, 2 часа вечером ульяновцы смогут узнавать новости о своем регионе еще в одном формате и получат эту возможность буквально 29 ноября. Этому событию с конца лета предшествует череда серьезных профилактических и технических работ. В ночь с 11 по 12 ноября Ульяновское отделение российской телевизионной и радиовещательной сети начнет обеспечивать трансляцию региональной версии канала ОТР. Согласно первому сценарию, все может пройти гладко. Второй путь, он же прогнозируемый, принесет некие неудобства. Из-за модификации параметров цифрового сигнала возможно кратковременное пропадание сигнала первого пакета программ, подаваемого в сеть кабельных операторов. В 70% случаев часть передач пропадет на ТВ. Приставках. Пользователю необходимо сделать следующую вещь. Приставку либо телевизор нужно привести к заводским настройкам через пульт управления. После этого осуществить перепоиск каналов. Все каналы найдутся в полном объеме, и в дальнейшем получение, так скажем, модифицированного пакета проблем не возникнет. Если перенастроить оборудование самостоятельно не получится, за консультацией можно обратиться на горячую линию, телефон которой вы видите на экране. Также помочь вернуть региональные каналы могут волонтеры. Рената Лиулова, Юрий Конихин, новости Улправды ТВ.